акцыянерным таварыстве гомель аббл аггра сервисвіс открылі выставу экспазіцыю рарытэтных машын пакуль тут 26 адзінак тэхнікі але іх колькасць будзе павялічвацца з экспанатамі ознаёміліся нашы корэспандэнты ствараць уласную выставу на гомель абал-агграсервасе пачалі ў 2005 годзе калі кіраўнік калгаса 21 з'езд кпС рэчыцкага района міколайковаль падарыў прадпрыемству трактор т-74 от выпуску 1965 -ты. гэта дзеючы экспаннат як і ў все иншие машины. Сбирали их по разных господарках, причем некоторые экземпляры достаточно редкие. После Чернобыльской катастрофы по поручению Урода СССР в Волгограде почали вырабатывать тракторы для работы на забрудженных территориях. У 1986 году выпустили первую партию, якую полностью накиравали в Гомельскую область. На Гомель АБЛ Агросервис трактор привезли с Буракашлевского аграрно техничного колледжа. На данной модели трактора ДТ-75М применена дополнительная система уплотнения кабины, дополнительное уплотнение дверных проемов, оконных Дополнительно установлена система кондиционирования воздуха с кассетными фильтрами и резервуаром для дополнительной очистки поступаемого воздуха. Самый старый экземпляр у экспозиции автомобиль ГАЗ-67, который был сделан сразу после закончения Великой Айчины. Побуч еще один ГАЗ. Такие авто у Советском Союзе робили для ветеринарной службы. Причем у Гомель Абл Агросервисе кажуть, что выстава будет пополняться. Зараз, например, у ремонте находится два старые тракторы, которые после завершения работ смогут рухаться самостоятельно. Убажить экспозицию, правда, не в полном варианте, можно на разных мероприемствах, от областных дожинок до международной специализованной выставы Белагра. Экскурсии на предприемство пока не проводятся, а у Воголе такой махшимости керовництва акционерного товариства не выключая. По приглашению, по согласованию мы всегда рады принимать и рады показать. Это все на безвозмездном, будем говорить, или на бесплатной основе это ни к чему не обязывает их просто показать, рассказать, показать, как сегодня работают, на чем работали э, раньше. А цель одна, как и была, так и есть – вырастить хлеб. Олег Сенцуров, Павел Михно, Валерий Хапанько, Телерадиокомпания Гомель».